приближается Рождество, и немецкие Санта-Клаусы вместе с ангелами начали предпраздничную подготовку. Их ежегодный съезд традиционно прошел в Берлине. Большинство белобородых весельчаков – представители студенческого профсоюза. Их нанимают на эту работу еще с 1949 года. Каждый год они проходят обучение в течение нескольких недель. После этого их допускают к непосредственной работе – доставке подарков маленьким жителям столицы. Это хорошее дело, когда приносишь людям подарки, заставляешь их немного подвигаться, встать с дивана и, наконец, сделать что-то вместе, попеть или поиграть, если они не хотят петь. Это не просто подарки. Правила для Сант достаточно просты. Красный костюм, белая борода, никакого алкоголя и, конечно, умение петь рождественские песни. Глава Санта-Клаусов Берлина Ху Пин Чень участвует в поздравлении детей уже более 20 лет. Каждое лето он начинает отращивать бороду и сбривает ее только 27 декабря. Если вы хоть раз были с Санта-Клаусом и видели горящие глаза детей и их родителей, то знаете, зачем все это нужно. Особенностью обучения этого года стало то, что Санта-Клаусам рассказывают, как вести себя в случае возникновения конфликтных ситуаций в семьях.